Торжественное богослужение в день 185-летия обретения честных мощей и прославления святителя Митрофана, первоепископа Воронежского, прошло в столице Черноземья. Глава Воронежской митрополии, сонном архипастыре и духовенства совершил божественную литургию и молебен у мощей святителя Митрофана в Благовещенском кафедральном соборе. В минувшее воскресенье 20 августа исполнилось 185 лет со дня обретения честных мощей и прославления в лике святых святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. В этот праздничный день митрополит Воронежский Лискинский Сергий возглавил праздничное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе у мощей святого. Владыке сослужили архиереи, прибывшие почтить память великого угодника Божия. Митрополиты Курский и Рыльский Герман, Белгородский и Староскольский Иоанн, Липецкий и Задонский Никон, Саратовский и Вольский Лонгин, епископ Фраинский Пахоми из Сербской Православной Церкви и другие гости-епископы. И старый млад, воронежцы и паломники, прибывшие из различных регионов зарубежья, все в этот день спешили принести свои сердечные молитвы святителю Митрофану, молитвеннику о всех пред престолом Божиим. После литургии митрополит Сергий обратился к архипастырям и всем собравшимся со словами приветствия и поздравления. Должны помнить, что Царствие Божие только лишь трудом берется, и что широки дороги, ведущие в ад, и узок и тернистен путь, ведущий в Царствие Небесное. И мы должны это помнить и помнить слова преподобного Серафима Саровского: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Дай Бог, чтобы мы получили благословение от святителя Митрофана, чтобы являлись его наследниками, его благодати и его молитвенных подвигов и провидения путей нашей России. И сегодня мы с вами должны помолиться о том, чтобы Господь благословил нас. По окончании богослужения от кафедрального собора отправился традиционный Митрофано-Тихоновский крестный ход в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь к мощам святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. В этот же день митрополит Сергий, архиереи и священнослужители, прибывшие на торжества, осмотрели ярмарку «Спас» на Соборной площади и Митрофановскую книжную выставку-ярмарку. Владыка Сергий благословил участников, прибывших из различных уголков России, и осмотрел предложенные товары. Затем глава Воронежской митрополии в сопровождении архипастыря и духовенства спустился в цокольный этаж кафедрального собора и ознакомился с православными изданиями, предложенными на Митрофановской книжной выставке-ярмарке.